Утонул молодой человек 88 года рождения. 26 числа в 19:15 поступил звонок по 112. Очевидцы позвонили с берега. Также очевидцы попытались его спасти, но не получилось. Через некоторое время приехали мы, ГИМС, второго пострадавшего, как бы подняли на катер, доставили на берег. Соответственно, приехала скорая помощь и ПЧ-67 выехали на место происшествия. На данный момент сейчас происходят водолазные работы, обследуют дно, приблизительно где он утонул, то есть ищет тело. Обследовали уже более 300 квадратных метров, это со вчерашнего дня обследовали.